информационный портал Правомед.ру начинает видеоконференции июля 2024 года. Представляю наших участников. Дмитрий Гаганов, юрисконсульт Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии из Санкт-Петербурга. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Здравствуйте, наши глубоко уважаемые и любимые слушатели. Дмитрий Кашко из Кисловодска, член Ассоциации юристов России, юрист, занимается вопросами медиации. Бывший военный врач, сейчас практикующий врач-специалист. Дмитрий, тоже рад вас видеть. Добрый день, уважаемый Алексей Леонтинович, уважаемый Дмитрий Борисович, уважаемые зрители. Рад вас всех видеть. Добрый день. Сегодня с нами еще заочно Николай Чернышук, который прислал свое видео по теме видеоконференции. Какой? Обратимся к моей презентации. «22-я видеоконференция текущего года и 265-я с начала работы формата. Рассматриваем внеплановые проверки медицинских организаций, что явилось информационным поводом для нашего профессионального общения с коллегами». Июньский приказ Минздрава России 289-Н, который изменил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, которые были установлены приказом Минздрава России в 2021 году, номер 1018-Н. Предыстория приказа 1018-Н. В 2021 году было 3 индикатора риска, они перед вашими глазами. Затем в 2023 году добавилось еще 2. И свежий приказ внес изменения, и теперь там целых 23 индикатора риска. То есть очень существенное увеличение. Тот вопрос, который вынес на обсуждение коллег. Причины существенного увеличения индикаторов риска. Ну и, конечно же, какие могут иметь место в качестве последствий для медицинских организаций. Профессиональное общение начинаем с Дмитрия Гаганова. Дмитрий, почему у государства-регулятора возникла такая потребность и чем это грозит для профессиональной деятельности? Слушаем. Благодарю вас за предоставленную возможность. Потребность возникла на основании полномочий. Полномочия, чуть-чуть правовая справка, административно-правовая справка. Это программа профилактики рисков причинения вреда, ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного контроля надзора. Такие программы по нескольким направлениям в сфере обращения лекарственных средств, в сфере качества и безопасности медицинской деятельности, что нас интересует. То есть полномочия у Росздравнадзора есть. Полномочия связаны с изменением списка индикаторов риска. Это программа профилактики рисков причинения вреда, охраняемых законом ценностей. Как фактически осуществляется? Фактически осуществляется в соответствии с федеральным законом 248 ФЗ. Есть такие мероприятия, называются контрольные мероприятия без взаимодействия. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. Соответственно, что мы видим по той динамике, которую вы предложили вниманию уважаемых слушателей? Информация, которая собиралась Росздравнадзором с помощью контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом и без уведомления, показала, что необходимо ввести дополнительные индикаторы риска и увеличить, соответственно, количество внеплановых контрольных мероприятий в отношении контролируемого лица на основании информации о выходе за пределы этих индикаторов риска.
Что касается значительного увеличения количества, о котором сказал уважаемый Алексей Валентинович, то причина этого является, по моему мнению, это мое мнение, практически полный провал системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, которая предполагала активное и волевое участие на уровне медицинской организации. По сути дела, сейчас через увеличение индикаторов риска вводятся обязательные блоки, которые должны быть в системе ВКК и БД в каждой медицинской организации. Повторяю, в каждой. Вас обязательно проверят. Отношение к системе внутреннего контроля качества и безопасности, как к бумажкам, которое, что греха таить, преобладало и преобладает в медико-правовом сообществе и в медицинском сообществе, оно, так сказать, несколько заканчивается. Почему? Потому что у контрольно-надзорных органов есть несколько каналов, как я сказал. Один из каналов – это проведение контрольных мероприятий дистанционного характера без уведомления. Большой брат, большой медицинский брат смотрит за тобой. Второе – статистика, которую вы сдаете. Третье – это программа производственного контроля «Санэпидконтроль», по которому вы тоже обязательно передаете информацию. Ну и внимательно изучаем это приложение и переделываем систему внутреннего контроля качества и безопасности. Если коротко говоря, то как можно сужается то пространство во внутреннем контроле, по которому медицинская организация могла себе позволить проявлять, скажем так, свою волю. Становится все больше обязательных блоков системы внутреннего контроля качества и безопасности. Так что поздравляю, но этого следовало ожидать. Вот. И на нескольких конференциях мы говорили об ужесточении контроля с этой стороны. Ну а государство вам говорит, ну вам была дана возможность, было несколько лет для раскачки. Сейчас мы будем проверять, как вы проверяете себя, как я сказал, на одной из видеоконференций. Вот что я хотел бы сказать. Радостного мало. И передаю слово следующему докладчику. Спасибо, Дмитрий. Интересный подход. Что скажет другой Дмитрий из Ессентуков по поводу причин и последствий? Благодарю за возможность высказать свое мнение. Ну, у меня, наверное, как всегда, будет несколько иной взгляд, хотя во многом я согласен с Дмитрием Борисовичем, но, на мой взгляд, во-первых, моя точка зрения, что это хорошо, что увеличилось количество поводов для внеплановой проверки. Причина, по которым произошло увеличение этих поводов, на мой взгляд, одна из причин – это то, что за время моратория на проведение проверок, связанных с ковидом и последствием этих событий, многие медицинские организации, скажем так, расслабились. И говоря о внутреннем контроле качества, о котором говорит Дмитрий Борисович, совершенно согласен, во многом формально проводится или не проводится вообще, а просто отмечается на бумаге. Все это приводит к тому, что реально качество оказания медицинской помощи, не люблю, ненавижу слово медицинских услуг, но, к сожалению, пока мы от него никак не можем никуда деться, да, и вот это некачественное оказание медицинских услуг является поводом для обращения граждан с жалобой. Собственно говоря, внеплановые проверки проводятся когда? По жалобе, либо по поводу, который сейчас вот критерии дополнены. И как врач считаю, что это правильно, когда проверяют не просто так, а действительно по сути. И если увеличивается контроль государства в связи с увеличением количества летальных случаев, с увеличением процентов смерти необъяснимой, смерти от старости и так далее, наверное, это заставляет задуматься о том, что мы работаем не очень хорошо, не очень качественно. То, что государство
обратила свой взор на проблемы здравоохранения и с этой точки зрения тоже, мне кажется, очень правильно. Что делать? Работать хорошо, выполнять свои обязанности качественно, добросовестно. Проводить четкие заседания комиссии по выявлению нарушений качества оказания помощи. И тогда все будет хорошо. Я думаю, что бояться здесь не следует. Нужно просто вспомнить, как нас учили работать и работать честно и по совести. Спасибо. Спасибо второму Дмитрию. Коллеги, вот еще раз убеждаюсь, что коллективное мнение – великая сила. А вот у меня другая точка зрения на все эти инициативные действия регулятора. Но сначала я соглашусь относительно с Дмитрием о том, что внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности во многом остается пустой формальностью и неким лицензионным требованием, которое числится на бумаге. Но учреждение здравоохранения, которое работает в системе ОМС, находится под прессингом страховых компаний и территориальных фондов ОМС, которые занимаются экспертизой качества медицинской помощи, но не позволяют они особо медицинским организациям расслабляться, потому что те требования, которые предъявляются к качеству и безопасности, да, они в конечном итоге выливаются в штрафы и невыплаты медицинским организациям. То есть это вот запасной второй контур. Мне же представляется увеличение количества индикаторов риска обусловлено прежде всего позицией нашего президента Владимира Владимировича Путина, который провозгласил новую программу, новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», где опять у нас снижаются показатели смертности, продолжительность жизни увеличивается, удовлетворенность граждан медицинской помощи и так далее и тому подобное. Чтобы эти показатели были достигнуты к концу президентского срока, ну вот, на мой взгляд, регулятор Минздрав России и вменил дополнительные перечни риска, наличие которых будет возбуждать Росздравнадзор заниматься внеплановыми проверками. Что я хотел бы оценить критически в действиях Росздравнадзора? Вот эти все 23 показателя риска, они, конечно, замечательные. В тех условиях, когда медицинская организация существует в полном комплекте со штатным расписанием, согласно порядков оказания медицинской помощи, у нее куча денег для соблюдения стандартов оснащения. Вот в этом случае 23 индикатора учреждения здравоохранения. Деньги есть, штаты есть, а вы расслабились, не выполняете, вас нужно внепланово проверять. Но если там не хватает специалистов, не хватает оборудования, кредиторская задолженность вот такая, как можно в этих условиях соотносить те показатели, которые явились основанием для внеплановой проверки? Должен быть какой-то разумный подход. Потому что отсутствие кадров, отсутствие денег, ну, в общем-то, та же политика государства в государственной системе здравоохранения. Если она сверху дается, а штатное расписание не наполняется, ну, при чем здесь ответственность медицинской организации? В общем, я отношусь с неким предубеждением, с увеличением количества показателей риска. В чем негатив? Росздравнадзор все эти жалобы и стоны обоснованных медицинских организаций принимать не будет. Есть показатели, есть порядки оказания медицинской помощи, извольте выполнять. Индикаторы у вас появились, извольте получить внеплановую проверку. А внеплановая проверка 100% это нарушение лицензионного требования по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Отсюда выход на административное правонарушение и вменение штрафных санкций. То есть воспитание идет через материальное стимулирование, не только со стороны страховых компаний, но и через привлечение к административной ответственности. На этом заканчиваю. Прощаюсь с вами, коллеги уважаемые. Благодарю за данное мнение. И мы послушаем еще Николая Чернышука. Всего доброго. До встречи. Всего хорошего, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые слушатели. До новых и интереснейших встреч.
Хорошего вам дня. Спасибо за внимание. Спасибо за возможность высказать свою точку зрения. До свидания. До новых встреч. Минздрав дополняет критерии индикаторов риска нарушений безопасности медицинской деятельности. Это показатели, которые применяются для совокупной оценки деятельности медицинского учреждения. В Минздраве решили, что если увеличилась больничная смертность, значит в клинике происходит что-то неладное. Сейчас таких критериев всего 5, а планируется увеличить их до 23. В том числе поводом для беспокойства Минздравом указано увеличение числа умерших детей в возрасте до 1 года в медицинской организации более чем на 1% за год. Но всегда ли медицинская организация виновата в том, что увеличилась смертность? Ну, конечно же, нет. Будет ли Минздрав разбираться в истинных причинах? Надеюсь, что да. Конечно, должны учитываться многие факторы. Только вот мне кажется, что проще назначить крайнего, наказать его и отчитаться о проделанной работе. Ну, надеюсь, что я ошибаюсь. При формальном исполнении указанный документ вряд ли сможет значительно повысить качество медицинской помощи. На мой взгляд, положение приказа Минздрава – это попытка усиления контроля в здравоохранении, а плодотворность этой попытки вызывает сомнения. Естественно, что можно точно утверждать, это то, что бюрократическая миссия Минздрава исполнена, а у административных работников здравоохранения добавится еще один толстый отчет.